Город Владимир – центр орденоносной области. Древний и молодой, с его памятниками архитектуры, широкими проспектами, массивами новых жилых кварталов. Город свято хранит память о том, что связано с героической борьбой рабочего класса за свое освобождение. На Владимирщине работали Бабушкин, Бауман, Фрунзе, Федосеев. Во Владимир осенью 1893 года для встречи с Федосеевым, одним из первых марксистов России, приезжал Владимир Ильич Ленин. На станции Владимира Ильича встречал Сергеевский, участник Федосеевского кружка. Вдвоем они покинули вокзал и пошли на Новоконную площадь. Однако встреча не состоялась. Федосеева в этот день не выпустили из тюрьмы. И Владимир Ильич, хорошо запомнивший дорогу, один ушел на вокзал и в этот же день покинул город. Сегодня одна из центральных магистралей города носит имя Ленина. Как и всюду на советской земле, владимирцы готовятся достойно встретить столетие со дня рождения Владимира Ильича Ленина. Их труд, творческие и научные разработки, лабораторные эксперименты – все ознаменовано подготовкой к юбилею. Тракторный завод. Еще в этот день рабочие собирали трактор «Владимирец», чтобы в недалеком будущем, уже в этом юбилейном году, перейти на выпуск другой продукции – новых двигателей и трактора Т-25. День 11 апреля войдет в летопись Ленинской трудовой вахты как одна из самых ярких ее страниц. 126 тысяч владимирцев приняли участие в субботнике. За этот день было выпущено продукции на 1 миллион рублей. В канун знаменательной даты за успехи, достигнутые трудящимися в юбилейном социалистическом соревновании, город Владимир награжден Ленинской юбилейной почетной грамотой обкома КПСС, облсполкома и областного совета профсоюзов. В преддверии праздника в коллективах трудящихся проходили торжественные собрания. Здесь собрались тракторостроители. Директор завода товарищ Гришин, подводя итоги юбилейной вахты, называет имена лучших. Рабочим, конструкторам, инженерам вручает награды ленинские юбилейные медали первый секретарь областного комитета партии Михаил Александрович Пономарев. От имени награжденных выступает механик первого моторного цеха тракторного завода Бындин. Он благодарит за высокое признание их труда. В этот же день, к 17 часам, тысячи владимирцев направились к площади. С разных сторон улицы Горького и Октябрьского проспекта с флагами, плакатами, транспарантами на площадь вливаются праздничные колонны.
Председатель исполкома городского совета товарищ Магазин открыл торжественный митинг. О том, какими успехами владимирцы встретили юбилей, говорили кавалер ордена Ленина, механик первого моторного цеха ВТЗ Бындин, член партии с мая 1917 года, бывший питерский рабочий Уткин и другие. На празднество ленинского юбилея прибыли наши друзья из северо-чешской области Чехословакии. Здесь, на областной промышленной выставке, собраны образцы многочисленных видов продукции, выпускаемых промышленными предприятиями области. Внимательно посетители выставки рассматривают экспонаты. Пояснение дает секретарь областного комитета партии Виктор Иванович Лапшин. Гости ознакомились с изделиями хрустального завода, кольчугинского завода имени Орджоникидзе, ковровского экскаваторного и других предприятий. После ознакомления с областным центром они побывали в городах и районах, ознакомились с трудом, бытом и жизнью трудящихся области.